Майджимима. Майджимит. Стоимость? Да. Бушных или новых? Бу-бу. Вообще говорят, то, что зимой холодно, это правда? Деньги туда откидывается и все. И ложись, спи. Как у вас? Ахмед, пойдет. Хотел спросить, как машина у вас? Нормально. Вообще Рено хорошая машина? Уже 14 года как езжу. Как машина Ларгус, скажите, пожалуйста. Нормально. А что стоит средняя стоимость? 3-4 миллиона, наверное. Двигатель там какой идет? Рено. Рабочая лошадка, стоит машина того? Да, хорошая машина. Да? Уже 3 года езжу. Мне она нравится. Отличные отзывы по Ларгусу, так что машина хорошая и ходовая, я так понял. Ну, 14 года. Сколько пробег уже пробежали? Да я ерунда. Сколько? 40. Пробег небольшой, но машина надежная. Конечно. Вам нравится? Конечно. Майджимима? Майджимит. Зимой вообще теплая машина? Зимой холодная. Еле греет свой лобовой даже. А как вы с этим? У меня Ларгус Кросс. Поставили резину на 16, низкопрофильная резина. Она жестче ходит, поэтому ходовая выходит из строя раньше. А так ничего не делали. В магазине «Автокорея» будет скидка 10%. Находится напротив «Бисквита» по Абаю. Обращали внимание? Нет. Заезжайте, 10% для вас. Промокод GoodCarKZ. Всего доброго. Рахмет, специально для вас будет 10% скидка в магазине «Автокорея». Да, магазин находится напротив «Бисквита», там большими буквами написано «Автокорея». А эта машина очень надежная. Надежность она меня устраивает. Отец, спасибо большое. Вот для вас будет специальная скидка по промокоду GoodCarKZ. «Автокорея» будет большими буквами написано. Памира. По Абая. По Абая? Да. А, ну по Абая-то я езжу. Все. «Автокорея», обратите внимание, там будет написано. Там и «Ларгус», и «Рено», что хочешь. Ни разу не заходил. Это где примерно? Остановка какая сейчас на автобусе? Габдуллина или где? Остановка... Если на единице ехать. На автобусе. Так, что это будет? Блин, не могу. Ну, с вокзала еду я на автобусе. Становиться мне на Абая. На какой остановке? Так, от «Мира» вокзала. И «Мира» до... А, мы на пересечении «Мира». Да. Понятно. Да. Все, отец, спасибо. Как вас звать? Петр Васильевич. Васильевич, спасибо большое. Всего доброго. Хороший магазин, да? Отличный магазин, большой. Ты видел, сколько ларгусов, да? И все говорят, что у них ничего не ломается. Короче, ларгус, супер, пушка, тачка. Столько ларгусов, оказывается, здесь катается. Я даже никогда не обращал внимания. Одни ларгусы катаются. А вот с Рено у нас возникла, да, заминочка? Все, ребят, спасибо, что оставались с нами все это время. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам Ларгус. И магазин «Автокорея» по промокоду GoodCarKZ 10% скидка специально для наших подписчиков. Всем пока-пока.